декабря 1941 года войска нашего Западного фронта перешли в контрнаступление против ударных фланговых группировок. Красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработные, партизаны и партизанки. На вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительно, справедливо. Дух в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед!